Здравствуйте, с вами Светлана и обзор моих покупочек из магазина Fix Price. Мне приятно, а вам интересно и, возможно, даже будет полезно. Вот пакетик. Опа! Ну, не так все много, но объемно. И по моей замечательной традиции из магазина Fix Price. Всем нужная и полезная вещь. Это туалетная бумага. В наборе 8 штук. 8 штук. Трехслойная. Полезная вещь. Рекомендую. Да, все хорошо. Единственное, что она без аромата. Если кто-то не страдает этим, что туалетная бумага без аромата, то советую. Хорошая вещь. Затем купила, ну, я не знаю, какой раз повтор. Это сплат, сенситив. Очень мне нравится эта зубная паста. Сплат. Пользуюсь различными сплатами. Сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, что внутри. Она с аннотацией выходит. Можно прочитать о полезности. И вообще о ней. Об этой зубной пасте. Она здесь зафольгирована. Но уже аромат приятный. Люблю. Люблю, как эта зубная паста вычищает зубки. Как аромат от нее идет. И о пользе. Допустим, для моих зубов она просто радость. Люблю ее. И, кстати, о полезности чистки зубов. Мне прислали на обзор фирма Хапика. Это японская фирма. Зубную щетку. На тестирование, девочки. Чтобы я протестировала и могла вам посоветовать ее. А возможно, даже и не посоветовать. Вот мы ее протестируем и посмотрим, хороша ли она. Но, в принципе, Япония, все японское, неплохое же, правда? Давайте вскроем эту зубную щетку и посмотрим. Упакована она, видите, как хорошо. Прислали мне ее просто в обычном пакете. Не в коробке, а в пакете. И она дошла почтой России. Так что все хорошо дошло. Почте России спасибо. И кто упаковывал эту зубную щетку? Так. Так как я девушка-женщина, мне прислали, посмотрите, какую малиновую зубную щетку. Очень симпатичная. Правда же ведь? Цвет тоже имеет значение. По дизайну розовая, розово-малиновая даже можно сказать, симпатичная даже дизайн. У меня щетка называется зубная Хапика минус ион. Прислали от фирмы, еще раз повторюсь, Хапика. Это японские электрические ионные звуковые зубные щетки. Отрицательно заряженные ионы помогут вам отполировать зубы, избавиться от плохого запаха во рту. Тонкие щетинки уберут налет даже из самых труднодоступных мест. И все это даже без зубной пасты. Очень это здорово. 100% японское производство. Чистит без зубной пасты, как я уже говорила. Антибактериальный эффект. Защищена от попадания влаги. И низкий уровень шума. Доступны 6 типов сменных насадок. Что хочу сказать, что низкий уровень шума – это очень хорошо, так как мы можем чистить зубы и днем, и ночью. У кого маленькие детишки, мамочки, детишки спят, мы чистим зубки. Домочадцы спят ночью, мы чистим зубки. Это же очень здорово. Ну и давайте ее включим и посмотрим, как она работает. Что хорошо, что уже батарейки в
входят в состав, в наличие. Здесь нужно повернуть, и она работает. Слышите? Ой, мягко и нежно, приятно. Уровень шума действительно низкий, но, девочки, что хочу сказать, что уход за полостью рта – это красота зубов наших. Зубы – это здоровье и красота. Протестирую и расскажу. Зубная щетка от Хапика. Затем я купила, очень люблю Бариллу. Если иногда приходится кушать макароны, ну не то, что приходится, а я считаю, что нужно все кушать, но по чуть-чуть, в том числе и макароны. Люблю фирму Барилла. Покупаю. Раньше ее в фикс-прайсе не было. Потом появилась она в фикс-прайсе длинненькими спагетти. Покупала, нравится, очень вкусно. Теперь вот такими вот завитульками. Вот здесь даже показано, какие они есть. Очень приятные макарошки. И вкусные. Затем я купила вот бальзам и шампунь Ультиме. Очень мне понравилось. Шампунь от Ультиме не утяжеляет мои волосы. Наоборот, делает гладкими, естественно, чистыми. И не пушит. Нет такого, знаете, ореола пушка. Бывает, когда шампунь моешь голову, и они такие прям вот легкие волосы, идешь, они у тебя тут пушок такой. Нет, очень мне понравился, прям супер. Особенно вот, ну, для блондинистых волос мне очень подошел. И в пару к нему я взяла бальзам. Очень тоже понравился бальзам. Питает хорошо волосы, увлажняет. Мне подходит на все 100. Так, поставим. И также Ультиме я взяла еще один бальзам. Я его не помню, покупала или нет. Не помню. Но увидела еще один такой же и купила. Правда, еще там стоит сиреневый. Там тоже написано о нем, для каких волос. Но мне вот вся серия Ультиме подходит. Нравится девочке. Тем более, ну, цена-то смешная. Если посмотреть Ультиме в магазинах других, то там цена не фикс-прайсовская, ни за что. Затем для дачи я обычно покупаю, открылась у меня, она не пролилась, нет, Сорти. Иногда дома посуду мою Сорти, иногда беру с собой на дачу, там, естественно, чай, кофе. Очень нравится, смывается и холодной водой, и горячей водой, и тарелочки моются до скрипа. Проводишь по тарелочкам, прям вот аж скрипит. И цена-то недорогая. Затем для себя любимой, для красоты взяла такие вот спонжики. 55 рублей. Очень им мне нравятся, потому что они незаменимая вещь для, допустим, делаю маски и смываю маски вот этими спонжиками. Немножко смочить в воде, чтобы они немножечко, ну, водичкой пропитались. И снимаю масочку. Также, допустим, когда скрабирую кожу лица, также проскрабировала и этой масочкой я скраб убрала. Очень нравится. Это прям вот люблю фикс прайс. Большое спасибо за такие вам уходовые вспомогатели. Так, все, пакетик пустой. Купила я новиночку. Это бумага для скрамбукинга. 55 рублей. Размер 15,2 на 15,2. 24 листа. Разноцветные там вот цвета разные. Рисунки разные. Давайте вскроем, мне самой интересно. Пока я ехала в машине, мне было интересно открыть и посмотреть. Думаю, но без мальчиков и девочек ни за что. Только с вами. Так,
Здесь 24 листа, и они все разные. Кстати, смотрите, сделаны книжечкой. Видите, книжечка сделана. Я думала, они отдельно нарезанные листы. Так, что у нас здесь? Вот смотрим. Рисунки там разные. Будем с вами мастерить что-нибудь интересное. Нам очень понравилось, мне очень понравилось, и нам пригодится все это. Присмотритесь, если кто рукодельничает. Посмотрите, там разные цвета, там и сиреневый, и розовый, и вот здесь вот рисуночки разные. А если рисуночки разные, значит и внутри тоже разное, естественно. Вот, и, допустим, мы вас, Саманта, фу, и воспользовались мы, отрезали, что нам нужно из них, и убрали вот в этот пакетик, допустим. Удобно. Так, что я вам еще хотела сказать. Я взяла брошюрочку. Посмотрите, здесь, возможно, какие-то новинки, какие вы не видели. Остановите на стоп и посмотрите, здесь, возможно, что-то вам пригодится. Саманта уже хочет гулять и меня торопит.